you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. Сегодня мы играем в криминалочку на серии Luxury Roleplay. И сегодня у нас будет новенькая серия. В принципе, кто не смотрел предыдущую серию, посмотрите. Я купил себе бэху, это я знаю, что это Мерседес, там не надо писать в комментариях. Почему я сейчас нахожусь на этом Мерседесе, точнее в этом Мерседесе сижу? Потому что он ебенит не по-дикому просто. Но это не точно. Или точно. Или динах. Просто смотрите, как он ебашит. Просто смотрите. На спидометре смотрите просто. Это просто жесть. Смотрите на его просто ебанутый разгон. Он просто едет как бешеный. Во, пошел. Сейчас по прямой разгонится. Что-то он меня только что ебашил пожестче, я вам скажу. Не знаю, с чем это связано. Но машина реально очень быстрая. Очень быстрая тачка, блин. Мы в предыдущей серии купили не машину, но... Это не та тачка. Так, давайте ее уберем, возьмем что-то другое. Потому что, блин, она вроде быстрее ехала. Реально, я только что на ней ехал, она так пиздошла. Ох, ураканчик. Здрасте, моя тетя. Так. О, вот это про это я говорил. Смотри, какой разгон просто ебанутый. Ебанутый разгон. 288. Бляха-муха. Да, это жестко. Ой, пацаны, просто режим спорт включайте, и все, вы улетаете в космос. Как это просто весело, вы не представляете. Поэтому обязательно заходите, играйте. И напомню, что без модпака вы не сможете зайти поиграть. Поэтому обязательно скачивайте модпак, чтобы зайти на сервер. А мне сейчас нужно найти автосалон. Я тут нашел автосалон, но это был не тот автосалон, короче. Вот, автосалон Luxury. Вот, здесь еще есть автосалон в Арзамасе. А я тогда в Южном был, и я, типа, спрашивал у основателя, что так мало машин, оказывается. Здесь есть несколько автосалонов. Блин. Малёха машину разбил, но это нормально. Нормальная тема такая. Хуракан, конечно, он, блядь, и в Африке хуракан. Ебенит по-страшному, конечно. Воу. Можно я убегу, пожалуйста? Спасибо, до свидания. Да. Малёха, я разъебал машину. Чуть-чуть совсем, да. Совсем чуть-чуть. Так, колесо что-то у меня прогружается. Ну ладно, все ссылочки будут в описании, кому сервак понравится, если что. О, во. Во, вот это другое дело, так. Главное, чтобы я мог купить себе. Я хочу себе Хуракан, я его отсюда вижу уже. Вот он прорисовался. Чтобы заехать, там команда проезд. А-а-а. Окей. О, кабана вижу. Так, давайте зайдем. О-о-о-о. Вот это тачки, блядь. Ну, немного, да. Немного они залезли. Но это ничего страшного. О, Вася. Гелики всякие, пацаны. Вот это я понимаю уровень, да? Уровень просто зашкаливает. Так. О, М4. М4 это по-нашему. Это же М4, блядь. Так. Да, это М4 по-любому. Так. Здесь у нас еще есть Порш. Вот здесь Порш. Вот, блядь, вот я не знаю, что взять. Надо... Давайте прокатимся на Порше. Так, Дел. Коневой D 480, да? Давай сейчас посмотрим. V 480. 480. И попробуем на нем навалить. Я хочу просто проверить, как он ебенит. Если он ебенит нормально, то мы его купим. Бля, как же он охуенно выглядит. Ай, пацаны, у меня такая радость просто. Я вам отвечаю, просто можно ебашить и ебашить. На все бабки просто. Фикс кар, есть команда?
GPS так. Jet Cars 169 в моде. 168. Нет, это не моя машина там. А у меня 169 один. Да, вот моя бэшка, блин. Видимо, нам придется ее продать. Хуям. Ну блин, потому что она не ебенит. Замок сломан, ты че, ебанулась? У меня замок сломан на машине, так, сука. Вы не в машине, да я уже понял, что не в машине. Так, ну что-то я баганул. О, так. О, все. Извини, бэшка, конечно, недолго мы с тобой были. Все. Теперь можно ехать, в принципе. Вот, ну Хуракан ебашит же жестко, согласитесь. Вот именно тачка ебенит на все бабосы. Давайте я сейчас еще раз проедусь даже, вот, в режиме спорт. Во-во-во, пошла. Ну просто смотри на эту скорость просто. Минуточку внимания, хочу вам посмотреть проект в КРМП Lux Roleplay. Это серия с бонусом, серия открылся недавно, в принципе, у них есть свой модпак, неплохой, как бы, можете заходить, играть, кого заинтересовало, ссылочка будет в описании, переходите по ссылке, и там будет вся информация, IP, модпак и так далее. Мне кажется, Хуракан будет прям хорошо ебенить, в принципе, поэтому я думаю, стоит все-таки его взять. Потому что, ну, бля, 300 километров на Хуракане ебашить, я думаю, довольно-таки неплохая идея. Как по мне. Поэтому... Дорогие друзья, как вы видели, я, в принципе, разъебался на Хуракане. Я уже доснимаю эту серию спустя где-то 2 часа. Да, и спустя эти 2 часа выпал снег, в принципе... Я, в принципе, шучу, я просто снял зимний модпак уже, потому что у меня был летний модпак, а уже выпустил этот сервер зимний модпак. И я, короче, установил зимний модпак, чуваки. Давай сейчас попробуем, сколько гелик ебенит, кстати. Так, стопе. Режим спорт. И давайте посмотрим, сколько он ебенит на самом-то деле. Ух ты, блядь. Ух ты, блядь. Прикиньте зимой, блин, сколько он едет? 240, 247, 253. Ну, в принципе, не очень он такие ебенит на самом деле. Но я зашел за тем, чтобы купить Хуракан. В принципе, я разъебенился на Хуракане, какой я сам заспавнил прямо возле автосалона, чтобы его купить. И так его не купил. Ну, а сейчас мы поедем уже и купим, думаю, этот, в принципе, Хуракан. Тут просто режим спорт включаешь, чуваки, вот реально, просто вы двоечку, смотрите. Вот я сейчас включил спорт режим, двоечку нажимайте, я сейчас его выключу. И просто смотри, как машина ехать будет сейчас. Как она едет сейчас и как она едет после того, как я нажимаю режим спорт. Вот давайте сейчас проедемся. Я сейчас просто в обычном режиме еду, видите. Как бы, смотрите на спидометре, как она набирает скорость. Спокойненько так едет, не ебенит более-менее, короче. А сейчас включу режим спорт. Просто смотрите разницу. Просто смотрите, какой подрыв сейчас будет. Вот этот подрыв, блядь, ебанутый. Смотрите, как она ебашит. Это просто жесть. Я не знаю, здесь тюнинг или нет. Так, стоит он... Тысячу ДО. Что такое за 1000 ДО, я не знаю. Так. Весь транспорт, средство Lamborghini Huracan. Оно припарковано около автосалона. Вот она моя родная. Девулечка моя хорошая. Еще бы ее перекрасить бы как-то, было бы вообще шикарно. Итак, садимся в мой новый Huracan, прям с автосалона, в принципе. Заводим. Так, стоп, ну, заводись. Так, и надо ремень пристегнуть. И включаем сразу же режим спорт. На самом деле, я не знаю, где тут можно номера получить. Так. ГИБДД. Автодром ГИБДД. Так. Автосалон Лексери. Хотя вот автосалон, ну, номер 9, это автосалон в Южном. А вот этот автосалон Лексери, это автосалон, вот в каком я сейчас был. Так. Автошкола Росто...
УМВД по Арзамасскому району. Я не знаю, на самом деле, где здесь получать номера, или вообще их можно здесь получить, на самом деле. Ну, давайте попробуем, в принципе, пытка не пытка, я думаю. Сейчас посмотрим, как ебенить на Хуракане зимой. Как просто ебенить на Хуракане зимой. Так. Я не знаю, что это, кстати, за здание было. Может, это и есть ЕБДД. Давайте съездим туда, посмотрим. Просто хочу, не знаю, может, номера какие-то получить. Потому что вроде бы здесь как есть номера. Блять. Сука, только купил Хуракан, уже его разъебал. Активирован. Ебать, она ебашит. Просто. Просто ёб твою налево. Вот, блять, она прям ебашит по-жесткому просто. Смотрите, вот сейчас выключу спорт режим, вот. Выключил. Смотри, как она сейчас ехать будет. Она не так будет сейчас ехать, как надо. Итак, эта попытка уже не знаю какая, просто... Я хочу записать видео, точнее, я уже 3 дня не могу записать эту серию. Я постоянно частями снимаю, понимаете? Я хочу записать серию, либо снять какую-то серию, мне просто Крэмпа говорит, не-не, братанчик, иди нахуй просто, понимаете? И я потерял свой Хуракан, пацаны, кто знает, где мой Хуракан, звоните номер 888-48, звоните, и я буду очень доволен, если вы найдете мой Хуракан. Ладно, я, конечно, шучу, я уже нашел Хуракан, хотя я его искал где-то минут 15, на самом-то деле, но оказалось все очень просто, он был в автосалоне, где я его купил, потому что я его дома не успел припарковать. Почему? Я, к сожалению, не успел это записать, потому что, ну, я ехал, короче, в сторону этого и разъебался. Меня как бы, типа, при аварии зажало в машине. И пришлось ждать МЧС. Но я не ждал МЧС. Я просто вышел с игры, потом решил перезайти, и КРМП послал меня нахуй. Понимаете, вот как-то так все происходит. Это нормально. Так, ДЛВХ. Уберем эту машину. Вот мой Хураканчик, Тушканчик. И давайте все-таки проедемся на этом замечательном автомобиле. Так, двигатель завести надо, конечно же. Фары, ремень безопасности и режим спорт. Все, что нужно для счастья. И поехали навалим на этой замечательной машине. Уже не знаю, какой раз я пытаюсь на ней навалить. Что-то снег какой-то сильно яркий, как по мне. Кстати, у меня вот пишутся номера транзитные, надо их где-то получить. Я на самом деле не знаю где. Белый Хуракан на самом деле круто смотрится, но я хотел бы его покрасить в оранжевый цвет. Давайте на меня валим зимой. Он просто неуправляемый зимой. Вот серьезно, вот я сейчас не могу, видите, как он шлифует. Это просто пиздец, понимаете? Просто на нем разъебаться, как 2 пальца об асфальт, понимаете? Ну, что в принципе и стоило доказать. Он вообще... Видите, он шлифует просто на месте. Я не знаю, до этого я не помню, катался на нем или нет, когда снега не было. Вроде бы он не так шлифовал, блядь. Просто бешеная тачка, реально. Просто бешеная. Хуракан, блядь, зимой, понимаете, это как бы первый снег на моем канале, можно так сказать. И зимой на Хуракане 300, я думаю, блядь, это должны быть очень железные яички, блядь. Что в реальной жизни, прикиньте, на Хуракане зимой, блядь, по 300 ебашить. Это ж пиздец. Я уже машину разъебал жестко прям. Замечательно. Просто замечательно. Сейчас я постараюсь доехать до дома и не разъебать машину. Потому что вы сами, в принципе, видите, сколько у нее ХП. И надо доехать до дома хотя бы. На скорости 300, на трассе доехать до дома. Просто ее очень сильно носит, на самом деле. Это круто, что вы можете нажать режим спорт и просто ебашь на все бабки. Это реально круто. Можете ехать в режиме овоща, можете ебашить как сучка последняя просто на все... Блять. Аккуратно, аккуратно. Так, 360 градусов, полицейский разворот. Ебать, ебать. Прикиньте, снег, поле. Это вообще пиздец. Мне кажется, тут, ну, не выжить никак. Сейчас попробуем через весь город пролететь на Хуракане. Я надеюсь, что у нас, в принципе, что-то получится. Тут аварийка есть вообще? Есть. Оп.
И... ёбаный в рот. Ебать его. Вдышло. Мне кажется, тут бы не выжил никто. Даже я. Просто это так жестко, вы не представляете себе. Зимой, вот, блять. Встретите меня в сервере, попросите у меня Хуракан покататься. Реально, вы охуеете просто. Вы просто охуеете от этой мощи ебанутой, понимаете? Вы просто попробуйте проехать, блять, на нем. Это пиздец, блять, это пиздец просто. Я реально боюсь эту тачку, она просто ебанутая. Просто ебанейшн, понимаете? Так, 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 тихо, тихо, тихо. Блять, она боком идет, блять, по асфальту. Блять, ну просто вы просто, блять, не представляете, как она ебанутая. Просто эта машина, она самая ебанутая машина на сервере. Не зря, блять, я ее купил, в принципе, но... За это удовольствие нужно платить, блядь. Фух, вроде я приехал. Так, парк. Так. Давайте заглушим ее. Фух, это было, конечно, жестко. Давайте пробуем разбить, чтобы она починилась, я думаю. Такой хитрожопый будет. Так, надо только ремень пристегнуть. И надо узнать, где здесь тюнинг, в принципе. О, другое дело. На съёбы. Да съёбы ты. Есть. Все. Мы его, в принципе, так. N, меню машины. Ага. Даже радио есть. Вот чем закончилась езда зимой на Хуракане, да, ебать, это называется. Кстати, я единственный, кто тут дом купил. Я, кстати, не помню. А, он донатный, по-моему. 1000 донат или 2000 доната стоит. Ну, в принципе, такое себе. Но если я встречу вас на сервере, то я вам, в принципе, помогу. Денюшками, донатиком, может, помогу. Но если меня, конечно, не выебут разработчики данного проекта. А где мой Хуракан, блядь? Сейчас мы проедем, как ебашить М-ка зимой. Режим спорт я вроде включил, да. Сейчас посмотрю, как она едет. О, тихо. Так, мне кажется, ли эта тачка ебанутее, чем мой Хуракан. Сейчас проверим. Забошу, обязательно пристегивайтесь, пацаны, потому что это пиздец. В режиме спорт вы разъебетесь, блядь, даже не моргнув. Ни разу, блядь. Ебать. Так, по прямой. Ебаный в рот. Вы просто это видели. Так, она 300 едет тоже. Ебать, ебать. Давайте напрямик по полю. Так нельзя делать, конечно, но... Блять, эта тачка ебашь как Хуракан. Кстати, это не... Ёбаный в рот. Ну, на этом, я думаю, мы будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Заходите обязательно на Сирати. Все ссылочки будут в описании. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.